Бля, ребят, походу эту не задаблить. Тут тяжело. Чё-то. Тяжело будет. Ой, там. Блин, у них слишком стронг драфт, я не знаю. У меня чел, у меня... Про одного чела чел говорит, что... Он фиди будет. Другой сыграл, что игры 0.10, ой, 0.15 сыграл. И там просто сабдив чисто по спалам. Конечно, хочется задаблить, но надо быть реалистом. Выиграть это будет чудом. Опа, два брейсера принес, геймплей пошел. Наоборот, стоит под пачкой, под вторым щитом, просто меня перебивает, да? Поесть. Просто 20 хп регена. Красавчик. Блин, на скилле, чувак. Давай, давай, запись. Я по двумя щитами, ты просто ДК ебаный с брейсерами. Не по шансам, да. Убили ребят. Скларить ему намаж, сынок. Сначала ДК помогать, идет медовым, охуеть. Я ебал твою мать, сам шурикен скилле. Вы что-то? Что они, бля, делают? Я у него каплю это вообще. Ебать, ребят, бойцовский клуб. Лак. Скажи, хочешь выгодно пополнить Steam или поиграть в новинки? Игры недоступны в Steam РФ, а комиссия на пополнение бьет по карману? Не беда. На GGSL стартует закрытая распродажа. Цены ниже, выбор больше, способов оплаты огромное количество. GGSL не просто магазин, а мощная торговая площадка с продуманной системой защиты. У нас есть все. Пополнение, ключи, игровая валюта, подписки на разные сервисы. Отзывы наших клиентов говорят сами за себя. Надежность и качество обслуживания. GGSL. Выгодно пополняй и покупай в пару кликов. Не упусти свой шанс. Нажми на ссылку в описании и вперед к новым игровым горизонтам. Надо молнии надо в этой игре делать. Нужно много урона. Плюс у меня квест дота, плюс на молнии. Летит, сынок. А что они, чуваки, делают? Ну, они стаки ебашат просто. Давай стан мне, давай, давай. Бежит помогать левел 5, давай, давай, помоги. Ебать, пауэршот. Наводчик, контужен. Недоволен он на ДК. 0-3, носпик ДК. Такой себе вайп. Бля, Джавелин прокнул на бизнесмена. Очень неудачно. А Денайт продолжает, что вообще ебанутый. Дими, да, свой фарми лес. Го-го-го-го. Ха, когда ДК мне тром будет парить, ну ожидаем. Еще манту хочу сделать какую-то. Потом какой-то дагер. Не знаю, я всегда наверное беру мемные итемы, с одной стороны покупаю, но это работающая хуйня. Как не связала, блядь. Да.
Что с уроном? А-а-а, 700, да? Случай, просто понял. Баланс. Дока левел 13 добегает. 0-4 дачил был. GGSL. Игры по самым выгодным ценам. Просто зайди и сравни. О, смог. Чао, салон. Три орчида, да, учелов? Прикольно. А чё не 10? Блять, нет, нет. Блять, если бы я ремик оставил, я бы съебался. Одну бабку бы затрейдились. Не был уверен, что урона хватит. Четыре минуты. Трое челов стоят просто в этой вышке. Элбейт. Ебать, ты на ВРК выдал. О, что за... Ладно, нормально сделал. Sorry, tower was too far for TP. Они вот здесь дрались. Но можно Айон, кстати, выбить челом, если он здесь задержится. Понятно, ни айона, ни яйца у него нет. У меня клавиши перестали работать, блядь. Как вовремя охуеть. А, don't pause. Что за хуйня? Эти тайминги, это пиздец. Базовая ситуация. Гоинфест. No manta. Да нажмись, кнопка. Что такое? Don't fight. Варка сдохла. Найкс. А, досты есть на баре, слышишь? У него лотар. Тут надо... Найс. Да, блять. Да блять, ну кто знал, что там такой бот на ДК, ну это ж пиздец. Ну их ёбнутый аутдрафт, они просто раки оказались. Да мне чел вначале говорит, что у нас на керри краб сидит, который ему до этого руинил. Вдруг он реально бы АФК встал. Но он нормально вроде на X играет. Лишний раз никуда не уебался, докачал радик, потом начал форсить файт, и все нормально. Ну а лич? Чарш нажмешь? Дать найк.
104. Надо было, да, блять. Не знаю, в себе-то я на Эмбере уверен просто, но на Тиму не было особой надежды. На баре нормально все сделал. Да в целом все нормально сделали.